Добрый день, перед вами сток Burberry. Вот, вот так вот выглядит этикетка. Качество отличное. Слушайте, у меня вот этот мешок, он вызвал какие-то, давно, наверное, мною забытые эмоции. Мне настолько он понравился, что я такая на каждую вещь, вот как-то вот по такой цене вещи-то путевые, качество хорошее. Мне кажется, они все такие вот актуальные, классные. Просто немножко теплый мешок, чуть-чуть. Вот блузка из катона с запахом, с баской, с бантами. Это все сейчас тренд, 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 тренд. Прямо понимаете? Прям, я вот не знаю, у меня прям бурю эмоций вызвал этот мешок. Скоро 8 марта. Посмотрите, с запахом платья, с воланами, V-образный вырез. Причем размеры не маленькие. А вот это что за чудо большого размера, драпировка, знаете, смотреться будет как круто. А впереди 8 марта. Вот, посмотрите, приглядитесь внимательно к этому мешку, информация будет под видео о том, сколько стоит единица. Мне кажется, что он прямо вот клевый. Вот не знаю почему, может быть, у меня настроение сегодня такое. Но когда ты работаешь с одеждой, то для тебя это уже становится товаром. И редко, когда что-то цепляет, посмотрите, да? То есть платье, ну, так, видимо, сделано с запахом, с поясом, на самом деле запах зашит. Вот. Прям вызвало бурю эмоций. Прям классное. Вот, классное. Есть повторы, но разные размеры. Вот тоже, да, из бархата. Вот оно, пожалуйста, оно с запахом, с драпировочкой. Размер S-ка. А, тоже вот такое же платье, как черное. Посмотрите, у него как оформлены рукава. Размер не маленький. Еще одно черное платье с драпировкой такое же. Причем стоимость за килограмм очень-очень даже... Это основа для вот этого платья. По стилю платья рубашка, такой оверсайз, миди, ну, не знаю, прямо классный, немножко темноватый, чуть-чуть он, но сами вещи, каждая по себе из них, ну, клевая туника, ну, посмотрите, да, волан, волан гофре, опять же оно с запахом. Видите? Отлично, мне прям нравится. Вот это тепленькая, да, тепленькая, большого размера, такая туника. А вот милая кофточка размер S. А вот это что за платье, да? Смотрите, то есть оно абсолютно вечернее, и сейчас очень тема, когда идет такая, как вам сказать, два цвета, да, и причем они контрастные такие два цвета, и оно еще опять с запахом, вообще прям. А впереди 8 марта. Хлопковая танковка, хорошо оформленная, модный верх. И качество при этом классное. Просто леггинсы. И размеры есть хорошие. Блузка с запахом, из шифона двухслойная. Ну, а такие килотики на болтах. Такие клёши небольшие. Качество отличное. Стоимость единицы будет под названием. Тоже вот блузка получается с поясом, она с запахом. Это явно молодежный вариант. А джемпер какой, да? Смотрите, у него на рукавчиках розе. Burberry. А пиджак, жакет, да? Однобортный, велюровый, еще и с ремнем. Ну, я думаю, что это S-ка. А, платье-рубаха, которое имитирует замшу. Огонь. Это одна часть лота. Переходим ко второй части лота.
Вот здесь вот зачесалась Рина Шамента, танковка. Но она, по-моему, одна единственная. XL оверсайз. Хлопок, а что за чудо, кофточка. Смотрите, да, тоже модель оверсайз. Штанишки, кожзам, футболка. Ну, такая, я бы не сказала футболка, это блузка. Вот еще одна такая кофта, вот она была, только здесь размер поменьше, с ремнем, с запахом, V-образный вырез, блузка. Юбка кожзам с поясом. Джемпер. Тонкий хлопковый джемпер. Буклированный оверсайз джемпер. Блузка. А блузка, блузка. Тоже блузка. Еще одни клешики из вельвета. Блузка, шифон. Катон. Блузка, вырез, посмотрите какой, да? Рукавчики кружавчиками. Принт модный. Тонкий джемпер. В общем, у меня одни эмоции. Вышивка на рукавах. Это юбка. Юбка, юбка. Миди. Такая же блузка была уже, только зеленого цвета. А это что за чудо? Так и хочется на себя натянуть. Ой, сложная у меня работа. Подробности об этом лоте вы узнаете под названием «Миди».